Всем добрый день, еду из Магнита. Сегодня у нас день добрых дел. Ну или выполнение просьбы, не знаю. Дело в том, что одна из подписчиц, она попросила меня от ее имени покормить голубей. Музыка, включаюсь. Тут уже музыки не слышно. Так вот, зашел в Магнит, приобрел буханку хлеба и иду выполнять просьбу Анны. Заодно еще раз покажу вам елочку уже, если она сильно не надоела еще. Вон она самая красивая в Лазурском. Поэтому не грех показать. Идем на пляж «Морская звезда» кормить голубей. Ой, на море посмотрим. Голуби уже при кушении сидят, вон там их много. Но чтобы к ним попасть, мне надо дождаться, либо пока пропадут с горизонта все машины, либо когда загорится зеленый свет. Пока все идет к тому, что придется ждать зеленый свет. Хотя успеваем. Не будем томить голубей. Не знаю, конечно, буханки они, наверное, могут это и есть. Может даже плохо стать. Не сварение какое-нибудь. Ну, голуби, я вам скажу, в Лазурске достаточно упитанные. Во всяком случае, те, которые живут на пляже. Их постоянно каждый день кто-нибудь кормит, да и по несколько раз в день даже. Ну, в этот раз мы с Анной вместе как бы их тоже сейчас будем отчивать-то. Хотя у них тут, видимо, ох ты, прям, они уже летят, смотрите. Так они не в ту сторону летят. Эй, товарищи голуби, я еще только зашел, вы что, уже хлеб уже видите, что ли? Смотрите, что творится-то. У них, походу, чуйка уже срабатывает, смотрите. Так, товарищи голуби, хлеб будет продаваться по талонам. Вот, вон, пол. Смотрите, они уже на голову не ходят. Некоторые прям... Слушайте, я пока их кормил, они, походу, я и камеру забыл, что ли, включить. Все, отстаньте от меня, отстаньте, у меня ничего нету больше. Все, нету, сейчас пойду еще куплю, если что. Смотрите, два сидят. Красавца. Вся еда там, вот там вот вся еда, ребят, вся. Вся. Вот такие вот, ну что ты уже руку-то кусаешь-то? Они, походу, бросаются на людей уже. Видят человека, видят и все. И налетают. В общем, как вы видите, буханку хлеба заточили буквально за пару секунд. Эх, друзья, ну что вы думаете? Я подвергся варварскому нападению голубей. И в этот момент я, видимо, не включил камеру. Ну, понял одно, что голуби какие-то дрессированы, они еще на меня вот там вот в туннеле заметили, что я иду с хлебом, и начали на меня нападать. Вот, прям самый хитрый садился на руку и ел, там у меня буханка была на руках, и прям оттуда ел. Все остальные ловили, кусали, но потом хитрых стало побольше. В самом конце я включил все-таки камеру, понял. Ну, в общем, хронологию вы и так поймете. Поэтому она пошел купил еще буханку хлеба. Сейчас пойду опять второй заход кормить голубей. Получает. Как бы вот так. Надо мне торопиться, у меня уже тут центр работы наметился. И все одновременно. Блин, как я так лоханулся, даже не знаю. Вот где бы шел, думал, что включил, думал, что снимал. Итак, смотрите, голуби там, я иду. Никаких признаков, кроме того, что у меня буханка в руке, не подаю. Не оружие, гуля-гуля. Посмотрим, как в этот раз. В прошлый раз они просто на меня налетели, когда я был еще в этом туннеле. У них чуйка. Или они дрессированные, однозначно. Иду. В руке буханка. Голуби. Еще иду. Нет, в этот раз, кстати, не нападают. Прохожу спокойно. Что, вы же не признаете, что ли? Странно, а так нападали хорошо.
Так, кажется, я спалился в чем-то. Я в чем-то спалился. Смотрите. Чем я спалился, я не знаю. Видимо, достаточно просто держать буханку в руке. Чайки в этом варианте, кстати, достаточно культурные и скромные. Да. Рад личному знакомству с каждым из вас, товарищи голуби. Анна, вот как бы миссия, можно сказать, выполнена. Но сейчас буду раздавать всем, потому что внизу, смотрите, сколько сидит. Они прям, смотрите, сейчас покажу, самые хитрые голуби. Они вот прям сюда залазят и тут едят. Так, у меня чаечки на подходе, товарищи голуби. Не будем эгоистами, будем подкармливать чаечек тоже. Чаечки активно. Не знаю, видно вам или нет. Блин, я весь в голубях. Надеюсь. Он прямо из рук. Нет, вы посмотрите на этих голубей самых еврейских. Извините, я тут кого обидел. У них уже и крылья мешают. Кстати, вам тоже достанется. Не всем. Ты куда залез? Ты куда залез? Ты с пернатой! Что творится? Куда ты? Ну куда ты, друг мой? Тащили! Тащили пол буханки! Смотрите, куда он лезет, а? Товарищи птицы, имейте совесть. Слезь с камерой, пернатый. Все, остальное раскрашу вот тут вот. Знаете, все там, все внизу, все. Алис, у меня нет ничего. В общем, как бы вот так, друзья. Я выполнил просьбу Анны. Некоторые голуби до сих пор не верят, что я ее выполнил. Вот они прилетают сюда ко мне. Хотят посидеть у меня тут. А это, кстати, худенький такой. А что вы такие худенькие? На центральном пляже жирненькие. У нас достаточно голуби. Ну все, все, ребят, нет у меня больше ничего. Все, вы съели. В следующий раз, в другой раз. Все, пора текать. Ну нет у меня, друг мой, ну нет. Ну если только что на куртке осталось. Ну вот смотрите. Смотрите. Нету ничего. Вообще ничего нету. Или вы просто поболтать пришли? В YouTube захотели? Наверное, в YouTube захотели. Ну нет, нет, все. Ох, а тут красивые волны, смотрите, какие у нас сегодня. Так, мы на пляже «Морская звезда».
Как бы вот так. Сегодня волны чуть побольше. И покрасивее. Извините. Они еще там дербанят остатки буханки. Голуби, чайки. Ну вот как бы вот так, товарищи. Надеюсь, что просьбу Анны я выполнил в полном объеме. Птицы покормлены. Ну, может быть, не все, конечно, там у них свои разборки, кто сильнее, тот поел, как говорится. Как бы вот так. Сегодня никто у нас не купается. Ну, было бы... Хотя нет, почему странно. Вчера же купались, и нормально все было. У нас есть комментарии. Так что... Как бы вот так. Ну, на этом говорю всем до свидания, до новых встреч в эфире. Побежал, побежал, мне сегодня просто уже дело поднавалилось, уже надо все успеть. Я что-то не успеваю, не успеваю. Вот и чайки пришли вам сказать до свидания, видите, прилетели. А, урвали кусок буханки, смотрите, чайка одна утащила большой кусок буханки, в воде его вымочила. И ее теперь остальные все дербанят, а я-то думал, они до свидания хотят сказать. Или рыба это, нет, буханка, буханка, корочка. И вот теперь они борются за этот кусочек. Развивалась острая конкурентная борьба между чайками. На этом я говорю вам до свидания. До новых встреч в эфире. Ну, привет из Ладожской. Анна, еще раз повторюсь, ваша просьба выполнена. И надеюсь, в полном объеме. Всем пока. Сейчас волна еще. Вот.